Вот так вот. И улыбаться надо. Ну, скажите, пожалуйста, какая сейчас процедура проходит? Процедура вакуумного массажа идет. Массаж руки. Это принцип баночный, это да, понимаю, это да? Принцип баночного массажа, только что здесь втягивает аппарат. Вот. А при баночном массаже там идет механическое расставление банки, и тем самым втягивается кожа и мышцы расслабляются. А в чем принципиальное отличие между вот массажем ручным и, например, баночным, таким вакуумным? Ну, дело в том, что вакуумный массаж – это более поверхностный массаж. Очень хорошо, как антицеллюлитный идет. Да, как антицеллюлитный. Вот. И здесь за счет втягивания в банку слоя кожи и поверхностных сосудов идет задержание в банке крови. И тем самым наполняется тренировка сосудов. Тренировка сосудов. А при ручном массаже идет более глубокое воздействие на ткани и мышцы. Ну и нет этого эффекта, как у банды. Спасибо вам большое.